В Нью-Йорке Руслан Казакбаев провел встречу с помощником госсекретаря США Дональдом Лу и старшим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Эриком Грином. В ходе встречи обсуждены итоги министерской встречи в формате S5+1, а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Американская сторона заявила о готовности дополнительно предоставить Кыргызстану вакцины от коронавируса, а также к дальнейшему сотрудничеству в различных направлениях, включая дальнейшее укрепление демократических институтов. В положительном ключе констатирована проводимая сторонами работа по приему в Кыргызстане афганских студентов. Кыргызской стороной отмечена приоритетность приема женщин-студентов. Достигнута договоренность поддерживать тесный контакт для совместной проработки обоюдовыгодных проектов, в особенности в торгово-экономической сфере.